спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт RBX3. Сайт, где робуксы всегда в наличии, а выплаты, ну, очень надежные. Благодаря методу трансфер на RBX3 вы получаете свои робуксы в течение 5 дней. А для тех, кто не знал, у RBX3 есть свой телеграм-канал, где часто проводят конкурсы на бесплатные робуксы для всех. Ссылочку на сайт и телеграм-канал я оставлю в закрепленном комментарии, переходите как можно быстрее. И всем привет, дорогие друзья, и у нас вышло новенькое обновление в Pet Simulator X. Но перед началом этого видеоролика я бы специально для тебя хотел бы разыграть вот такой вот апдейт, Huge Gift. Чтобы тебе его получить, ты должен прямо сейчас поставить лайк, подписаться на мой канал, написать любой комментарий с ником в Дискорде, и все итоги у нас будут, ребята, на 500 лайков. Поэтому прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, участвуйте в конкурсе, но мы начинаем. Ну что же, ребята, давайте уже... У нас вышло само обновление, только-только я начал, ребята, запись, и у нас вышло обновление. Прямо сейчас нам нужно перезайти в игру, и обновление уже будет в игре. Я думаю, что это будет у нас, ребята, новогоднее обновление. Что думаете вы, и как вам вообще само обновление? Пишите, ребята, в комментариях. Ну ладно, погнали. Перезаходим. Раз, два, три. Заходим, ребята, в игру. И вот, у нас идет загрузка. Почему-то у меня, ребята, не зашло. Это очень странно. Давайте еще раз попробуем. Заходим в игру. Повторяюсь. Давай, пожалуйста, давай. Стартинг Roblox. Заходи, давай. У нас сейчас обновление в Pet Simulator X. Почему ты не заходишь? Вот Big Games, Shiny питомцы. У нас идет загрузка. И у нас загрузка... Да, ребят, все, заходит. Отлично. Капец, у меня прям сердце колотится. Это очень круто, что вышло новое обновление. Так, телепортируемся на Spawn World. И, о, да, ребята. Shiny питомцы, Shiny реликвия какая-то. Shiny Hunter Game Pass, Singer Pets, Crowned Pets, ребята. Holiday DLC Pets, Balance Hardcore, Trade Search Bar, ребята. Rocket Board, Server Boost, Christmas... Next week, ребята. На следующее обновление у нас будет, ребята, новогоднее обновление. Круто. Окей, и что новенького нам добавили, ребята? Давайте посмотрим. Нам добавили каких-то шайни питомцев. И где вообще и как делать вот этих шайни питомцев? Давайте, ребята, разбираться. Пока что у нас ничего не понятно. Просто какая-то golden машина есть. Где вообще этих шайни питомцев делать? Из чего они делаются, ребята? Так, здесь у нас, может, они новенькие питомцы здесь. У нас новые обновленные новогодние питомцы появились, было написано. Только где их, ребята, взять? Где взять вот этих всех питомцев? Пока что без понятия. Давайте зайдем в Discord сервер, может, там будет информация. Ух, ребята, давайте посмотрим пост Big Games, потому что я сам не разобрался, где находить вот этих вот шайни питомцев. И первое, вот, ребята, шайни питомцы, они в 2,5 раза мощнее обычных питомцев. Да, это, конечно, наверное, круто, но у нас есть мифики, Golden Rainbow, ребята. В принципе, ладно, окей, спасибо. Шайни питомцы... Круто, будем делать раздачу шайни питомцев, ребята. И реликвия у нас находится, ребята, в вот этой вот локации. То есть там сейчас нужно телепортироваться в хардкор мир и телепортироваться в фэнтези мир. Здесь у нас будет реликвия. Сейчас мы, ребята, туда пойдем и все посмотрим. Так, шайни хантеры, тут у нас новый геймпасс. И, ребята, сингит пэтс. Это что такое? Это, ребята, у нас какие-то питомцы, которые... подсвечиваются красиво. Это вообще с чем связано? Без понятия, ребята, просто без понятия. Так, плюшевые игрушки новые появились. О, это прикольно. Кстати, я подумаю, ребята, купить новую плюшевую игрушку, а именно вот такой вот аксолотль. Потому что, ну, он выглядит, ребята, прям вообще круто. Вот этот вот аксолотль. Посмотрим, сколько она будет стоить. А, вот, $40, ребята. $40, я не знаю, я вот подумаю купить игрушку такую вот. И, честно, не знаю, ребят, что скажете насчет этого повода. Пишите в комментариях ваше мнение, сделать мне обзор на вот эту игрушку, купить ее, либо же нет. Окей, давайте посмотрим, что у нас дальше. Holidays, ребята, DLC. Это можно получить бесплатно в Christmas, ребята, ивент. То есть через неделю мы, ребята, сможем заполучить бесплатно вот такой вот, ребята, Christmas. Новогодний, ребята, носок. Вот такой вот новогодний носок мы сможем получить, ребята. Так, коронированные, ребята, питомцы нам еще добавили. Ну, то есть питомцы с коронами. Так, и здесь у нас пофиксили баланс, баланс. И все, это дальше неинтересно. Погнали проверим, ребята, секретку. Это самое-самое интересное, я считаю.
Для секретки нам нужно телепортироваться в The Void и телепортироваться в хардкорный мир. Давайте посмотрим, что там у нас ждет за секретка. Мне просто вот реально сейчас очень сильно интересно на нее посмотреть. Давайте добавим звука вот так, буквально на одну плашку, чтобы хотя бы слышать звук, ребята, да? Так, у нас идет загрузка хардкорного мира. Сейчас мы быстренько посмотрим секретку. Посмотрим, может... Я вообще не знаю, что это значит, ребята, вот эта секретка. Может, там ховерборд бесплатно дадут, либо еще что-то такое крутое. Либо бесплатно хьюдж питомца. Ну, конечно, это вряд ли, потому что бесплатно хьюдж питомца прям на какие-то сверхкрутые праздники. И то на халяву вряд ли прям. Так, окей. Мы зашли и телепортируемся в порталы Fantasy Shop, ребята. Вот, мы телепортируемся и смотрим, что новенькое нам здесь добавили. И вуаля! Заходим, ребята. Мне прям очень сильно интересно посмотреть. Да, вот эта секреточка, ребята. И да, на нее можно, ребята, нажать. Это так прикольно. Ой, ладно, окей, нажимаем. Так, 250 диамайн. Что? И что произошло? И что произошло? Погодите, ребята, а что произошло-то? Может, у меня какая-то сверхсуперсила появилась? Новые шайни питомцы, нет? Где моя сверхсуперсила? Ребята, я что-то прям вообще ничего сейчас не понимаю. А что произошло? Я заплатил только что 250 миллионов вроде. И все. И ничего по итогу не произошло. Это очень странно, ребят. Либо я что-то не понял, либо я что-то там не дочитал, либо реально ничего не произошло. Ладно. Ну что же, ребята, вот такое вот у нас вышло обновление. В принципе, я вам все показал, что добавили новое обновление. В следующем обновлении я вам покажу, как сделать вот этих вот шайни питомцев, как их фармить и как их, ребята, вообще получить. Ну, на этом будем уже потихонечку заканчивать. Спасибо тебе огромное, что посмотрел видосик от начала и до самого конца. С тобой был я, Влад. Оценивайте обновления в комментариях от 1 до 10, как всегда. Я ваши комментарии буду лайкать, читать. Ну, на этом будем уже потихонечку заканчивать. С тобой был я, Влад. Я желаю тебе хорошего настроения, удачки. Пока-пока.